Всем привет! Вы на канале Космизор Обзор. Сегодня была в магазине Fix Price и сделала небольшую покупочку. Совершила. Вот так в целом выглядят мои покупки. Итак, давайте же посмотрим, что я купила и что сколько стоит. Купила вот такие вот одноразовые пеленки. Я покупаю такие пеленочки для животных, в моем случае это для цыплят. Подстилаю их в импровизированный брудер. Очень классно, очень удобно, мне все подходит. Размер, значит, пеленок 60 на 60 и цена 127. Нет, вру, эти стоят 99 рублей. Рядом стояла цена просто 127 рублей, я запомнила эту цену. Дальше. Гель для стирки у нас идет. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Объем 1,5 литра, цена 149 рублей. Дальше. Средство Санфор Универсал 950 грамм, стоил он 99 рублей. Зубная паста Колгейт. Бережное отбеливание 150 грамм, 149 рублей. Краска для волос Перфетто. Кстати, очень классная краска. Очень хорошо закрашивает седину. Очень хорошо держится на волосах более 3 недель. Единственный минус — это цвет краски в реальности не совпадает с тем цветом, который изображен на картинке. В реальности он ярко-ярко рыжий. Дальше. Туалетная бумага. Ова трехслойная, 4 рулона, 79 рублей. Дезодорант Рексона Стик 149 рублей стоит. Купила еще вот такой вот базилик. Это у нас получается огород круглый год. Сейчас посмотрим. Называется набор для выращивания огород круглый год. 55 рублей. Каждая вот эта вот упаковочка. Я купила базилик и купила мелиссу. Дальше крем для лица идет ночной. Сейчас. Крем для лица Омега 85 миллилитров, 55 рублей. Дальше я купила еще вот такой вот спрей от клещей, который стоил у нас 59 рублей стоит. Спрей называется Тайга, защита до 15 дней. Ну, это тоже, если честно, я планирую применять на животных. Посмотрим, действительно ли это хорошо срабатывает. Так, общая сумма покупки составила 1201 рубль. Вот такой вот был небольшой у меня заказик. На этом все. Всем всего хорошего. Всем пока.